Доброе утро. Снимаю обзор рынка возле своего торгового места. Рынок в два ряда у нас овощной. По левую и по правую сторону торгуем. Посередине ходят покупатели. И там потом другие ряды также идут. Торгуют. Спасибо, Ира. Торгуют рыбой, мясо есть, одежда, обувь. Рынок у нас большой очень. Я все разрешаю тебе. Света не знаю, а я разрешаю. Раннее утро. 5:27 утра. Раскладываем товар потихоньку на прилавке. Торгую овощами. Ассортимент большой. Каждый день ассортимент прибавляется. Уже кабачки появились. Баклажаны скоро будем продавать. Острый перец. Сейчас молодые. Капуста пекинская. И такая на салатике. Перец, огурец дешевый. Огурцы 30 и 25 гривен. Бананы 35, молодая картошка 60 гривен килограмм еще, дорогая. Привет, привет, вы в кадр попали. Я вас снимаю, Толик. Не надо меня серьезно? Я даю сгоду. Привет, Петя. Нормально, потихоньку. Что там нового, рассказывай. Новые цены стоят.